Астрологический прогноз от салона Мандрагора. 28 апреля, понедельник. Овны предпримут попытку добиться желаемого с помощью новых знакомых. Важно довести начатое до конца. Хотя упрямство мешает вам принимать советы со стороны, успех во многом будет зависеть именно от помощи окружающих. Тельцам в решении деловых вопросов можно посоветовать не давать спуску ни себе, ни окружающим. Не выпускайте инициативу из своих рук, и успех не заставит себя ждать. В личной жизни намечаются перемены. Будьте готовы к приятной неожиданности. Близнецы настроены решительно. Не принимайте участия в авантюрах, риск себя вряд ли оправдает. Самое время вспомнить о личных потребностях, совершить покупки для дома. Раки склонны избегать ответственности выполнения взятых обязательств. Стечение обстоятельств может привести к тому, что от вашего поведения будет зависеть судьба других людей. Поездки и командировки обещают быть удачными. Львам будут присущи редкость в суждениях и склонность к перемещениям. Сейчас очень важно определиться с жизненным курсом и не позволить энергии рассеяться по мелочам. Девам стоит освободить время для занятий любимым делом, отказавшись от ненужных контактов. Идет проверка человека на истинность его намерений. Освободившись от привязанности к прошлому, вы получите возможность двигаться дальше. Весов успех ждет в делах, связанных с оформлением бумаг и заключением сделок. Вам поможет нестандартный подход к делу и артистические способности. Можно пересмотреть свои отношения с домашними. Скорпионам предприимчивость и аналитический склад ума позволит достичь успеха на профессиональном поприще. Возможны спорные вопросы между родителями и детьми. Хорошо проявлять щедрость, дарить подарки, выполнять просьбы. Стрельцы способны с вдохновением начать новое дело, однако действовать пока придется наугад. Вы будете легко усваивать новую информацию и практически сразу найдете ей применение. Может прийти оригинальное решение семейных или личных проблем. Козероги в решении вопросов этого дня склонны проявлять чрезмерную самонадеянность, не учитывая объективные обстоятельства. В данном случае было бы полезным прислушаться к мнению окружающих. Вечером возможно получение неожиданного известия, возникновение нестандартной ситуации. Водолеи попробуют свои силы на новом поприще или с фантазией подойдут к исполнению привычных обязанностей. В рабочей среде возможен конфликт. Придется проявить чудеса дипломатии, чтобы разрядить обстановку. Рыбы лидируют среди своих друзей и сослуживцев. Возможно, участие в обсуждении профессиональных проблем, где ваше слово будет иметь решающее значение. Желание показать себя может подтолкнуть к нерациональному использованию средств. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Гадание, эффективный приворот, снятие порчи с глаза, воссоединение семьи, оплата после результата. Телефон 276-95-63.